Здравствуйте, в эфире сегодня информационная программа «Вести Карачаево-Черкесия». Студия «Аслан Гюгов», коротко о главном. В стране продолжается голосование. Свой выбор должны будут сделать 82 тысячи жителей в 48 населенных пунктах Карачаево-Черкесии. Он активно занимается спортом и благотворительностью. Семикратный рекордсмен Марат Узденов стал обладателем Всероссийской народной премии. В нашей традиционной рубрике «В гостях у Росгвардии» расскажем о подразделении по работе с личным составом управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии. Сегодня в республике второй день голосования. 48 поселений республики должны будут обрести представительную власть. Свой выбор должны будут сделать 82 тысячи жителей городов и районов Карачаево-Черкесии. По словам специалистов республиканского избиркома, выборы будут конкурентны. Мандатов к распределению 364, кандидатов выдвинуто более 800. Часть из них выдвинута избирательными объединениями по политическими партиями, но половина, по словам председателя избирательной комиссии по Карачаево-Черкесии Ларисы Абазалиевой, самовыдвиженцы. Основные выборы, большая муниципальная кампания пройдет в Прикубанском, Карачаевском, Зеленчукских районах. Дополнительные выборы в Карачаевске и Уждегуте, где освободились вакантные мандаты, которые также подлежат распределению в единый день голосования. Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской республике напоминает, что в настоящее время для безопасности здоровья граждан личный прием специалистов службы осуществляется строго по предварительной записи и посредством использования электронного сервиса «Запись на прием». О предлагаемых альтернативах в сюжете Фатимы Дауровой. Обратиться к судебным приставам без посещения отдела возможно посредством электронного сервиса, интернет-приемной, сайта управления. Процесс подачи обращения прост. Гражданин или представитель организации должен заполнить необходимые поля и изложить суть предложения, заявления или жалобы. Как говорит заместитель главного судебного пристава Карачаево-Черкесии Азамат Кишмахов, использование данного сервиса представляется одним из наиболее удобных способов решения вопросов, относящихся к компетенции судебных приставов. Интернет приемная вводится фамилия, имя, отчество, вводится адрес электронной почты, вводится текст обращения, либо информация, которую необходимо довести до службы судебных, до работников службы судебных приставов, и мы его получаем в онлайн-режиме. Срок рассмотрения данных обращений 30 дней. Автоматически ставится на контроль данное обращение. В течение 30 дней на электронную почту, которую указал гражданин, либо юридическое лицо, либо представитель юридического лица, получает информацию. Сервис «Узнай о своих долгах» не менее востребован гражданами. В этом разделе любой пользователь может за считанные минуты узнать о наличии или отсутствии у себя долгов, проверить своих близких и родственников, своевременно оплатить имеющуюся задолженность. С начала года этот сервис посетили около 8 тысяч пользователей. Любой гражданин, юридическое лицо, представитель организации путем введения фамилия, имени и отчества свои, либо своих друзей, соседей, неважно кого, либо наименование юридического лица, может просмотреть о наличии задолженности. Все это происходит онлайн. В течение нескольких секунд он получит информацию о наличии в исполнении исполнительного производства, либо оконченной в связи с невозможностью взыскания исполнительных производств. Личный кабинет, мои заявления, что делать, если я должен, вопрос-ответ, жизненные ситуации – это сервисы, позволяющие в электронном виде разобраться с возникшими вопросами у пользователей и упрощающие процедуру обращения. Но наряду с ними работает предварительная запись, телефонная связь, горячая линия. Перечень номеров расположен на официальном сайте управления. А для пользователей, которые ищут еще более удобный доступ, есть бесплатное мобильное приложение. Личный прием осуществляется только в назначенное время и с соблюдением всех санитарных мер. Фатима Даурова, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Что вас радует? Обязательно будет! С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых.
оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Человек года 2020. Наш земляк, семикратный рекордсмен Книги рекордов России, представитель Книги рекордов России по СКФО Марат Узденов, стал обладателем этого титула в номинации «Благотворительность» Всероссийской народной премии «Дорога к победе» к приуроченной 75-й годовщине Великой Победы. Участники масштабного мероприятия стали более 250 человек, которые являются профессионалами в своей области и добились выдающихся результатов трудом и упорством. Победителей выбирали в 50 номинациях. Напомню, что Марат Узденов неоднократно прославлял Карачаево-Черкесию. Спортсмен активно занимается благотворительностью. Он регулярно направляет средства на покупку продуктов и одежды для малоимущих и многодетных семей. Смелый, отважный герой-богатырь. Именно так переводится имя Батыр. Свое героическое имя оправдал 10-летний школьник из Нижней Тиберды Батыр Гаджаев. Третьеклассник спас тонущего в воде первоклассника Али Гибенова. Инцидент произошел на берегу реки Тиберда. Увидев, как тонет Али, Батыр, не задумываясь, мгновенно прыгнул в воду за мальчиком, подплыл к нему, сзади захватил подмышки и потянул его к себе. Глава республики Рашид Тимрезов, узнав об этом, принял решение присвоить Батыру Гаджаеву звание «Юный спасатель Карачаева-Черкесии» и выразил благодарность его родным. Они отвечают за здоровую обстановку в коллективе и психологическую подготовку военнослужащих и сотрудников. На днях профессиональный праздник отметило подразделение по работе с личным управлением Росгвардии по Карачаево-Черкесии. О данной работе структуры и о том, как важно психологическое состояние для прохождения службы, подробнее в нашей регулярной рубрике «В гостях Росгвардии» расскажет мой коллега Алихан Лепшоков. Добрый день, дорогие телезрители! Я рад вас приветствовать в нашей регулярной рубрике «В гостях у Росгвардии». 9 сентября свой профессиональный праздник отмечает подразделение по работе с личным составом Росгвардии. Сегодня мы познакомимся с особенностями работы офицеров и узнаем, какими качествами должен обладать человек для службы в Росгвардии. В советские времена их называли замполитами или политруками. Сегодня же их функционал несколько изменился. На этих офицерах лежит колоссальная ответственность. Они отвечают за здоровую обстановку в коллективе и психологическую подготовку военнослужащих и сотрудников. Подразделения структуры по работе с личным составом были сформированы в войсках ВЧК в 1918 году. С тех времен менялись структура, менялись документальное законодательство. Но основная наша задача – это формирование морально-политического и психологического состояния личного состава. В первую очередь мы должны подготовить военнослужащих и сотрудников к выполнению любых поставленных задач. То есть, если говорить проще, то мы должны исключить наличие у военнослужащих и сотрудников каких-либо социальных проблем. То есть проблем в семье, что касается обеспечения детей дошкольными местами в дошкольных учреждениях, затем местами в средних образовательных учреждениях. И в целом любые вопросы, которые возникают у наших военнослужащих, сотрудников, они приходят со своими проблемами к нам, и мы пытаемся их решить всеми возможными силами. Настоящим защитником Отечества можно не только родиться, но и стать. Стать благодаря опытным и мудрым командирам и офицерам по работе с личным составом. Именно такое ответственное направление лежит на плечах офицеров-воспитателей подразделений. Работа психологов также крайне важна. Они занимаются развитием психологических качеств военнослужащих и сотрудников, необходимых для успешного выполнения служебно-боевых задач. Психологи организационно, во-первых, входят в структуру по работе с составом. Психологи участвуют в формировании психологической готовности, поддержании психологической устойчивости военнослужащих, сотрудников. При устройстве на контракт мы изучаем индивидуальные психологические качества каждого кандидата. Все эти качества так или иначе сопровождают данных военнослужащих, сотрудников, которые уже будут устроены на всем протяжении их службы. И мы также следим за этими качествами, чтобы они могли успешно выполнять те или иные задачи. Основными такими качествами могут являться нервно-психическая устойчивость. Также смотрим за уровнем агрессии. Это все те качества, одни из тех качеств, которые будут влиять на успешность выполнения задачи. Также мы смотрим на то, как люди взаимодействуют в коллективе. То есть, если люди друг другу не подходят, то есть сплоченность у них маленькая,
вот, то, соответственно, и результат всего этого будет очень маленький. Специальное освещение в комнате, массажное кресло и электрокамин. Здесь настолько уютно и спокойно, что можно в свободное время восстановить свою энергию для плодотворной службы. Ну что ж, на этом наша рубрика подошла к концу. Вам, дорогие телезрители, я желаю удачных выходных и до новых встреч в эфире. В этом году детский сад «Солнышко» Черкесска стал победителем всероссийского осмотра конкурса «Образцовый детский сад 2019-2020». Здесь работают кружки декоративно-прикладного искусства, спорта, юных патриотов и этнографического, на котором дети изучают культуру и быт малой родины. Подробности у Али Баташева. Очень вольные, очень смелые. Они всегда еще с давних времен селились по границам нашей любимой родины и защищали ее от внешних врагов. Узнать об истории своей родины с малых лет. На занятиях, где казачьи посиделки сменяются увлекательными играми, песнями и танцами. А в уголке самовар, предметы быта и национальная одежда. Яркие детские впечатления дополняют пословицы, услышанные в ходе занятия этнографического кружка детского сада «Солнышко». Казачьему роду нет переводу. Так, тебя Алана. Как зовут? Алана. Ага. Алана, расскажи тоже. Мне нравится тоже в кружке. Угу. Что больше всего нравится в кружке? Ну, там одежда всякая. Казаки очень смелые, я знаю это. Еще они ловкие очень, я тоже знаю это. И они всегда на лошади могут быть. И еще они всегда скачут, никогда не останавливаются, они всегда на приключениях. Детский сад «Солнышко» – структурное подразделение Центра образования номер 11 Черкесска. Он создан 7 лет назад. В этом году стал победителем всероссийского смотра конкурса «Образцовый детский сад 2019-2020 года». У нас есть кружок этнографической направленности, который рассказывает о всех народах, которые проживают на территории Карачаево-Черкесии, а их, соответственно, культуры. То есть с маленького мы знакомимся с этим. Есть у нас экологический кружок «Юные колята». И есть, конечно, кружок, где мы занимаемся творчеством. А как же без творчества? Мы любим и лепить, и рисовать, и, конечно, делать различные поделки. Здесь и творчество, и польза, так говорят воспитатели о занятиях кружка декоративно-прикладного искусства, где дети учатся вышивать бисером, развивая мелкую моторику. Старания вознаграждаются радостью творчества и работами, украшающими выставку. А еще новыми знаниями по истории страны, быте и культуре народов Северного Кавказа. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия. На этом сегодня выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго.